Всем привет! Сегодня я вам хотела показать вот эту орхидею, о которой говорила буквально вчера, номер 3 из мусорки. У нее все-таки отвалился центральный лист, при этом он такой еще довольно зеленый, вы видите, что даже плотность еще присутствует даже листка, то есть он отвалился, будучи еще с питательными веществами, и вы можете посмотреть, как теперь выглядит серединка. Я думаю, что точки роста конец, скорее всего, потому что вот это все высохнет, то, что в центре. И, в общем-то, теперь только надежда на детку. Внешний лист у нее, я вам хочу сказать, с момента, как я ее посадила, чуть-чуть стал понапитанней. Да, он такой весь морщинистый, потому что терял тургор значительно. Но после посадки и нескольких поливов, здесь у меня 3 корешка есть, вот такие ниточки. В общем-то, надежда есть на спасение. Буду поливать его по мере необходимости и смотреть, чтобы вот этот листик оставался целеньким. Только на это и надежда. Что касается вчерашней орхидейки, вот этой, которую я вам показала, здесь все-таки сегодня посмотрела реально. Не только здесь вот проклевывается корешок, но его здесь не видно. Но все-таки и на шейке проклевывается корешок. Если вы видите, вот как раз где беленький мох попал на шейку, вот там вот есть такой бугорочек. Вот это однозначно уже корешок будет. И плюс еще тот, это уже целых 2, это просто замечательно. Я вам хочу показать, в каком состоянии у нее листья. Вот этот лист подмороженный, он даже такой вот на просвет немного, особенно мягкий здесь был всегда. И он такой более светло-зеленый в этом месте. То есть тургор листьев, вы видите, что вообще, тряпочки. Вот, поэтому я рассчитываю на то, что все-таки пойдут новые корни, и она придет чувством. Просто для статистики показываю, как выглядит, и можно будет потом увидеть, что с ней стало. А вот это все-таки, по ходу дела, которая с пеньком стоит, у нее, видимо, трахеомикоз, потому что у нее просто усыхают все корни. Хотя, да, я ее проливала, все, но просто на глазах. У нее уже полностью высох цветонос. И вот, собственно, что у нее с корешками. Они увядают просто на глазах. Просто на глазах сохнут все корни. Даже те, что были зеленые, и те засыхают. Но тут в субстрате уже давно такое все посохшее, вы видите. В общем, печальная ситуация очень. Остался только один корень. Вот он. Но боюсь, что ему придет конец, потому что он тоже отсюда уже сохнет от шейки. А здесь был еще один корешок у нее буквально недавно. Вот этот вот. Вот он. Был хороший. Вот тоже, что с ним произошло. Усох. Так что вот, наверное, кого точно не получится спасти, так это вот ее. Но она все равно здесь стоит. Пока что есть, не просит. Выживет хорошо? Нет, значит нет. Я уже особо не расстроюсь, потому что, однозначно результаты есть хорошие по спасению 2 уже орхидей точно, которые стоят вот там в уголочке. Просто великолепный результат. Они активно растят сейчас корни. Вот это тоже будет жить из мусорки. Ну, это, наверное, есть шансы, скажем так, 50 на 50, что лист останется живой, и она даст детку. Ну, это точно, наверное, уже в мусорку отправится. В общем-то, вот такие результаты по 5 орхидеям из мусорки. Я хотела вам это рассказать и показать, чтобы вы были в курсе событий. И если меня ждет успех, я обязательно с вами им поделюсь и покажу, в каком состоянии будут листья у этой орхидейки чуть позже, когда она пустит корешки. И вот такие новости у меня на сегодняшнюю минуту. Всего вам хорошего. Пока-пока.